Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Так, добавить Клайда. Он, кстати, что-то написал. Нагасаки! Окей, да, я помню. И ночевку у Бэби следующие выходные. Если увидишь эту запись, ты приглашена, никому не рассказывай. Окей. Так. Нагасаки! Нагасаки! В атаку! You take the tower from the inside. Me and the pirates are gonna scale it from the outside. Вообще надо как-то постараться их убить, не трогая. А нет, стоп, я могу переместиться, смотрите-ка. Оп, наверх. Оп, сюда. Черт. Знаете что? Сейчас, где у меня там? Шептун. И... Черт. Включаем! Эй, почему второй умер? Так нечестно. Ну ладно. Пофиг, второго так добьем. Так, сейчас только... Где там? На. Эй! You shall not pass, тролль. Сколько у него? 6 тысяч? А в принципе, мы, кстати, даже обычная атака его, по идее. Вырубим. Ну, примерно. Если она довольно мощная. Так, картон, давай. Окей. Огненный удар. Нажми, когда увидишь. Да, это было круто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я забыл ток сверху отключить. В итоге нас продамажило. Ладно, подожди пока. Это жестко нас там... Продамажит довольно сильно. Там от них интересно избавиться. Так, а может здесь с помощью уменьшения как-то получится? Нет, это определенно не то. Так, здесь нужен... Все, я вижу примерно. Так, стоп. А нет, трех дрыг... Чёрт. А давай стрельните еще раз. Нет, не получилось. Ладно. Так, 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 так. Черт, они первые ударили. Мы еще... Нифигово так. Картмана почти добили, блин. Офигеть, они жесткие. Они жесткие очень. Картман, жри. Красавчик. Так. О, у чувака дофига защиты, ему надо ее пробить к чертям.
принципе, у них у всех дофига защиты, но это прям совсем печаль. Ай, не успел второй раз нажать. Чёрт! Посох Картмана. Так, надо самому похавать немножко. Так, ну хрен с ним. Ай, чёрт, мимо! Это Картмана! Чёрт, Картман сожрал опять мою порцию. Ладно. Так, проклятие. Давайте. Попробовать на заднюю. На! Ух, нихрена себе оно мощное. Так, отлично. Эй, это правда нечестно, он меня почти раздамажил всего. Так, стоп. Выпить. 15 брони, это как-то мало для воина. Ну окей. Так. Начали. И... готов. Теперь, Картман, все сделал за тобой. Давай. Красавец. Черт, мне не хватает. Давай. Давай, поджигай, мужик. Отлично, мы справились. Так, и последнего. Все, идем наверх. Черт, там оказывается можно было. Да, ё-моё. Сделать вот так. И это нам на самом деле ничего не дало. Ну окей. Так, увеличиваемся. Открываем лестницу. Так, они оба окочурились чутка. Надо их будет сейчас добивать. Прыжок, сломали им броню, оглушили еще к тому же. На целый ход. Так, поэтому врезать. Отлично. А, теперь. Блин, ну есть вариант, что он не сработает. Расставим щиты. Да, не хреново, кстати, нормально сработало. Так, сейчас мы циклопу понадаем. На. Так, и второму тоже, кстати. Лови прокладку. Хе-хе. Так, давайте палкой Картмана. А, уч он еще и отомстил. Тихо. Картмана убили. Ну ладно. Главное, что мы их в итоге добили. Так. Эту фигню можно сделать. То есть... Так. И она ничего не дает. Окей. Это не круто. Ах ты ж, здесь вампиры, ребят. Так, стоп. Да ладно, вы прикалываетесь. Так. Шептун. Нет, трех дракона. Ладно, придется драться со всеми. Здесь много. Так. Сколько хп?
В принципе, щитов нет как таковых ни у кого. Неуклюжий зомби-фашист версии 2.0. Они прокачанные зомби-фашисты. Каешки. Так, всех оглушил, отлично. Так, надо, кстати, еще Картмана потом сменить на кого-нибудь. Блин, слушайте, у него что-то как-то щитов реально много. Лови прокладку. Неуязвим. Зашибись, блин! Я же чувствую всю проблему мою. Три тысячи щитов — это как-то очень много. Сейчас мы их уполовиним. Отлично, еще и кровотечение вызвал. Вообще великолепно. Так. А то ладно, у этого тоже 3000. Блин. Так, кинь. Кидай. Черт, они неуязвимы. Кошек не тошнит. Что же делать? Так, ну кого-то нам надо в любом случае добивать. Попробуем вот этого. Ну, уже лучше. Эй! Это была подстава! Они убили Картмана. Это... Сраные кошки! Чувак, тихо, тихо, тихо. На под зад. Все, отлично, он умер. Во-первых, выпьем сейчас зелье силы. Эликсир силы большой, отлично. И сможем применить, наверное, еще раз вот эту Ибер, Купер, Мупер, крутую фигню. Отлично. Добили почти всех. И так как я один, я не могу сменить себе персонажа. Давайте попробуем сделать вот эту фигню. Так, нажать либо А, либо Y. Ну, я нажала. Какого фига? Мама, больно. На, под зад. Так, стоп. Давайте тогда опять супер-мега-пупер силы применим. Эликсир. Мне надо добивать того фашонка маленького. Вот этого нижнего. А у него дофига щитов. Теперь у него не так дофига щитов. Ух! Как я прям. Ну. Двести хп. Я огромнейшим и огромнейшим чудом просто выжил. Если бы не все это, я был бы в печали. Так, ну вообще надо на самом деле... Ну да, надо добить вот хотя бы вот этого зомби. Так, мы его оглушили. Черт, я не успеваю вот никогда уклоняться от этой атаки. Она как-то совсем жестко идет. Так. Опять хилимся. Хилимся, целебный эликсир. 4000. Так, и что я могу применить? Наверное, лучше будет добить зомби, чем кошку. Тем более, что он по всем бьет. На, под зад. И тебе под зад. Так. Большая порция.
Отлично. Так, здесь нельзя использовать. Ну, опять пробуем. Так. Ничего так, проигнорировал щиты у него. Так. Мне это начинает напрягать. Надо что-то уже делать с этим всем. Давайте пробуем эликсир. Живаем, отлично. И пробуем. Все? Все? Отлично. Походу все. Нет? Нет, остался еще в живых один. Котяра. Ну блин, у него дофига щитов. Но он убить меня, по идее, не может. Так что давайте добьем его просто. Офигеть, он мне атаку уменьшил, конечно. Так, лучше все-таки выпить. Еще кровотечение, кстати. X5. Нет, стоп. Стоп. Сколько там? На. Получай, негодяй. Долго-долго заняла эта битва. Так. Но оно того, наверное, стоило. Оу, я только что заметил, что их, оказывается, можно было... Я, куда у меня уходит? А, вот все. Так, ладно. Теперь еще мне надо сломать... Где у нас... Нагасаки. Вниз, вверх... И ломайся ты уже. Вот, отлично. А, то есть меня спустили, все отлично, да? Можно подниматься. Супер. Так. Так, значит, да? Нет, стоп. Не вовремя я ударил его, ну ладно. Я думаю, это вполне нормально. Убьем этих циклопов к хренам. Чертям и так далее. Так, этот оглушен, а мы в этого пнем. Его плюс тошнит, пусть еще. Так, а теперь пробьем его защиту, по идее. Сколько у него там? Один щит. Фига это комбинированное заклинание, оно еще больше урона. То есть тут когда я, ну, не знаю, есть какая-либо разница или нет, но окей. Давайте. Чуть меньше на урон прошел, ну ладно. В целом все, все хорошо. Так, лови. Так, ладно. Картман, жги. Нет, стоп. Картман, жги. Быстро нажимайте Y. Да. Отлично. Теперь она его постоянно бьет. Так. Потом проверим, что у нас новенького-то появилось. Может, что-то даже полезное, я думаю.
открываем ворота. Но до этого нам надо еще кое-куда. Так, сейчас вверх. Отлично. О, там, кстати, сверху еще что-то лежит, смотрите-ка. Башмак. Башмака Чапакамон. Вот сюда же можно же. Окей, нельзя, то нельзя. Так. Ну вот, мы одного подожгли. Теперь просто вниз надо спуститься, по идее. Все будет хорошо. Оу. А мы ее не можем, кстати, пропить. Значит, Нагасаки вступает в бой. Нет? Нельзя ее пробить. Чем можно, но как-то непонятно. Так. Стоп. Что если? Офигеть! Вот только как теперь нам ее... А, хотя в принципе есть идея. Да, ё-моё. Ну ладно. Отлично, мы супер большие. Да не плачь, Айк, все нормально, мужик. Кстати, что будет, если... Что было бы, точнее, если бы я сделал все по-нормальному? Потому что изначально я должен был сделать вот так. А, и все? Айк не плачет, красавец, молодец. Douchebag, I'm stuck. Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. Фашистские коровы. Так, как бы мне... Мне надо помочь Айку каким-то образом. Мне надо помочь... Ага. I should have started this sooner. Hold on, it's almost there. Так, быстрее... Так, черт. Вот так надо сделать, вот. Шептун рев дракона. Фак, я не успел вторую корову убраться. Там две коровы против меня. Ну, короче, можно было... Можно было минус две коровы сделать, но я не успел. В принципе, у них не так много хп, но чувствую, они доставят определенные проблемы. Так, неуязвим. Это хреново. Ну, во-первых, лови прокладку. Отлично, его стошнило. А во-вторых... Why fight one Craig when you could fight five? I'm immune to splash damage. Quite sad. Офигеть. Ну что нам делать? Их здесь дофига. Но я чувствую, что нам сражаться надо вот с этим. Наверное. Так, хотя бы ему кровотечение сделали. В идеале надо сейчас вызвать Кенни. Так, сменить Кенни. Да. Так, блин, это жестко будет.
Кейн не так много здоровья, он умрет очень. Вообще жесть. Кейни, не убивайте. Хватит бить Кейни. Блин. Кейни, ты мне нужен живым, мужик. Не смей умирать. Так. По двум случайным целям, да? Really found myself related to Clyde's views about darkness and enslaving the world. Ow. На. Yeah. Так, ну хорошо, что хоть он только по мне бьет в основном. Так, Кенни, крысы, давай, мужик. Тащи своими крысами. Атакуй по всем сразу, мужик. Давай, давай, давай. Отлично. А, какого фига не по всем? Че они делают? Так, хорошо, я не буду разбираться, что они делают, я просто выпью эликсир силы. Так. Сейчас как шандарахнем. И какое-то магическое заклинание делают. Надеюсь, оно... Да, оно спасло, слушайте. Отлично. А Крейг, кстати, почти мертв. Это круто. Давайте единорожка вызовем. Единорожек. Так, главное сейчас кнопки не перепутать. Ура! Ну, в общем, мы победили. Офигенно, мы убили вора. Это круто. И, кстати, справились, по сути, с двумя коровами. Ну, вообще, я не знаю, коров я там почти не видел, считай. Поэтому как-то все относительно. Сейчас быстренько посмотрим, что здесь. Посмотрим, сюда нельзя. И впустим, я думаю, наверное, Айка все-таки. Надо же его впустить, правильно? Вот, пустили Айка. Отлично. Dad, what the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! Fuck. No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Who could it be? Let me think. There's got to be someone. Я не знаю такого чувака. It seems like it'd be easy to find someone who could get small or could perform. Whoa. Это, конечно, круто, но я не хочу такой конец.
seems like it'd be easy to find someone who could get small or could perform abortions, but both? А, ну мне просто надо уменьшиться, наверное. Oh, look, he's all small. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night.